Шановні телеглядачі, ми з вами біля пам'ятного знаку пожежникам, що врятували світ від ядерного лиха, де разом з вашими однолітками, юними рятувальниками Житомирської міської гімназії номер 3 згадаємо героїв-ліквідаторів, які першими кинулись на боротьбу зі смертельним вогнем, та тих людей, які змушені були в одну мить покинути свої домівки, щоб більше ніколи в них не повернутися. В 1986 году на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС на Украине произошла авария, в результате которой радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть территории Украины, Белоруссии, а также Брянской, Калужской и ряда других областей Российской Федерации. Вся страна участвовала в ликвидации последствий аварии. Особенно трудно было тем, кто находился в самом эпицентре взрыва. Вот, что рассказывают очевидцы. Я почувствовал первый удар. Он был сильный, но не такой, какой произошел потом через 1-2 секунды. Посмотрел на приборы, ситуация была кошмарная. Я понял, произошла авария крайней степени тяжести. Пошел в машинный зал, там просто ужас. Раздался удар, потом опять удар. Пошли осматривать четвертый блок, увидели разрушение. Я подумал, это самая ужасная авария, возможность которой никто не предвидел. Парни выносят обожженного человека. Это оказался Володя Шишинок. Он был грязный, в шоковом состоянии. Стонал от боли переломного позвоночника. Его вынесут, облученного, врачи и пожарные. Он успеет простонать. Там Валера, и его покинет сознание. Беспомощными окажутся врачи. Тело Володи Шашенка наладчика системы автоматики станции вывезут из зоны и похоронят на первом деревенском кладбище. Его друга Валерия Хадымчука, старшего оператора реакторного цеха, так и не найдут. Похороненный реактор стал его могилой. Валерка, мой друг детства, уходя на смену, на реактор, просил Наташку, жену свою, собрать детишек. Уже завтра они все вместе поедут к матери сажать картошку. Дождями плачу, не дойти мне к тебе ногами, не обнять мне тебя руками. Я укрою тебя снегами, белой птицей сяду на камень. Я так долго живу на свете. Матерям суждено от Бога жить за вас. Погибшие дети. До сих пор многие цифры неизвестны. Их все еще держат в тайне. Так они чудовищны. Тысячи людей умерли в результате радиационного заражения, полученного при ликвидации последствий аварии. Именно первых шести героев помнят все. Герой Советского Союза, лейтенант Владимир Павлович Правик. Герой Советского Союза, лейтенант Виктор Николаевич Кибенок. Герой Украины, наш земляк с Овруцкого района, сержант Николай Васильевич Ващук. Сержант Владимир Иванович Тышура. Старший сержант Николай Тытынов. Старший сержант Василий Иванович Игнатенко.
Они первыми спасали атомную станцию, ликвидируя пожар в машинном зале 4-го энергоблока и открыли путь другим для ликвидации последствий аварии. За ними шли смертники, другие пожарные, милиционеры, военные, медики, строители. Телеграммы, сводки, приказы, ежедневные, как на войне. Киев, управление пожарной охраны МВД УССР. Срочно командируйте в Чернобыль 2 автоцистерны, акция 40 с водителем и 2 пожарными каждая. Подпись Бердов. Командируйте в Иванка в Киевской области 2 водителей с автомобилем, заправленным пенообразователем. Срочно командируйте в Чернобыль 40 пенообразователей костюмов, водителя пожарной охраны, умеющего работать, определить работу ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Начальнику отдела пожарной охраны УВД полковнику Чумаку немедленно убыть в Чернобыль для координации действиями Житомирского сводного отряда и организации его материального обеспечения. Начальник отдела пожарной охраны УВД генерал Десятников. Сводки, 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 ежедневные, как на войне. В них номера частей и подразделений, названия техники, фамилии огнеборцев, солдат и офицеров. Их бой был краток. Военным – минута на сбрасывание с крыш радиоактивного графита. Пожарным – по 10 минут на тушение пожарокабелей в тоннелях ЧАЭС. Противник не виден, но коварен. Иногда бой длился часами. Откачка воды из-под реактора. Бесперебойная подача воды на бетонирование реактора. Работы по дезактивации воды, строений, техники городов Припять и Чернобыль. Тушение пожаров и эвакуации населения. Такие задачи выполняли пожарные Житомирского отряда. Но каждый из них проявил не только мужество и стойкость. Они совершали настоящие подвиги, как солдаты войны. С той лишь разницей, что противник не видит, но коварен. Пролетели года, отгремели бои. Отболели, отмаялись раны твои. Но великому мужеству верность храня, ты стоишь и молчишь у святого огня. Сердце ладонь, а в глаза говорят, что не плачет. Солдат, он солдат, и Чернобыля раны все реже поля, но коллег вспоминая. Кем были друзья? Что ж ты плачешь, солдат, у святого огня? Ты же выжил, солдат, хоть 100 раз умирал, хоть друзей хоронил и хоть насмерть стоял. А чего же ты замер? А в глазах, как в ручья, отразился огонь. Освободился, солдат, это зрелость твоя. У могилы чернобыльцев есть сыновья. Так о чем же ты думаешь, сивый солдат? Или раны поля. Ты же выжил, солдат.
водой, а в глазах, как в ручьях, плещет вечный огонь. Посвящается всем тем, кто с гордостью несет свой крест, кто снова из огня людей выносит, кто и сейчас глядит на нас с небес, но грамот и наград взамен не просит. В 1986 году радиация накрыла 16 областей в трех странах – Украине, Белоруссии и России. Чернобыльская катастрофа задела 5 миллионов человек, так или иначе. Из чернобыльской зоны эвакуировали 130 тысяч жителей. Более сотни сел и деревень умерли. Внимание, внимание! Внимание, внимание! Внимание, внимание! Уважаемые товарищи! Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Партийными и советскими органами, воинскими частями принимаются необходимые меры. Однако, с целью обеспечения полной безопасности людей и в первую очередь детей, возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города и пункты Киевской области. Для этого каждому жилому дому сегодня, 27 апреля, начиная с 14.00 часов, будут поданы автобусы в сопровождении работников милиции и представителей горисполкома. Рекомендуется с собой взять документы, крайне необходимые вещи, а также, на первый случай, продукты питания. Руководителями предприятий и учреждений определен круг работников, которые остаются на месте для обеспечения нормального функционирования города. Все жилые дома на период эвакуации будут заняться работниками милиции. Товарищи, временно оставляя свое жилье, не забудьте, пожалуйста, закрыть окна, выключить электрические и газовые приборы, перекрыть водопроводные краны. Просим соблюдать спокойствие, организованность и порядок при проведении временной эвакуации. Временная эвакуация, обещали власти. Временная эвакуация, верили жители 30-километровой зоны отчуждения, покидая свои дома, в которые они уже никогда не вернутся. Закрыли моего хомячка, беленького такого, с пятнышком. Оставили воды ему на 2 дня, а уехали посовсем. Ехали через город Припять, на балконе висит белье, стоят горки с цветами, стоит под кустом велосипед с брезентовой сумкой почтальона, набиты письмами и газетами, и на ней птичье гнездо, как в кино. Встречали нас врачи, они были в противогазах и резиновых перчатках. Забрали у нас одежду, все вещи, даже конверты, карандаши и ручки. Сложили все в целлофановые пакеты и закопали в лесу. У нас в поселке воробьи пропали. Ну, в первый год радиации
Они лежали повсюду. На асфальте, под деревьями. В шикарных садах под деревьями. Воробьев вместе с листьями сгребли в контейнеры и вывезли. Первый год радиации листья жечь нельзя было, они радиоактивны. Листья хоронили. Так это годков через два воробьи появились. Смотри, воробьи! Мы тогда радовались и смеялись, словно дети. Да, воробьи, они вернулись. Солдаты мыли дома, крыши, деревья. Мыли колхозных коров. Я думал, бедные звери в лесу. Их никто не моет, они все умрут. И лес никто не моет, он тоже умрет. Он любит играть в Чернобыль. Строит бомбоубежище, засыпает реактор песком. Или нарядится пугалом, бегает и кричит всем: «Я радиация! Я радиация!» А ведь его еще тогда не было, когда это все случилось. А мне 12 лет. Я все время сижу дома. У меня нету друзей. Со мной никто не хочет дружить, кроме мамы. Врачи сказали, что я больна из-за того, что мой папа работал в Чернобыле. А после этого я родилась. Но я все равно люблю папу! Мы ждали как с войны. Он лежал в больнице, а потом снова начал ходить на работу в пожарную часть. Он ничего не рассказывал, а я в школе хвастался, что мой папа приехал с Чернобыля. Мой папа ликвидатор, а ликвидаторы — это те, кто помогали ликвидировать аварию. Мальчишки мне завидовали, но через год папа заболел. Попросила вынести из кладовой мешок пшена и разбросать его по саду божьим птичкам. Собрала в решето яйца и высыпала во дворе нашему коту и собаке. Нарезала им сало, вытряхнула из всех мешков семена тыквы, огурцов, лука, чернушки, разных цветков. Рассыпала по огороду, пускай в земле живут. А потом поклонилась дому, поклонилась сараю. Обошла и поклонилась каждой яблоньке. Мой отец до сих пор вспоминает, как тот май опустили села. Однажды к нему подбежала голодная собака и начала царапать дверь пожарного автомобиля. Хотелось дать ей покушать. Он так смотрел, как она ела. Хватала корки хлеба на лету, а вареные яйца заглатывала вместе со скорлупой. Когда отец поехал с друзьями дальше на задание, она еще долго-долго бежала за ним с надеждой и слезами на глазах, пока совсем не обессилела и упала. Чернобыль – это не только техногенная катастрофа. Чернобыль унес жизни мужчин и женщин, отцов и матерей. Он забрал любовь и наполнил сердце болью. Их любовь – гимн мужеству мужчины, защищавшему человечество, и любви женщины, спасавшей ей дорогого человека. Я не знаю, о чем рассказывать. О смерти или о любви. Или это одно и то же. О чем? Мы недавно поженились. Еще ходили по улицам, держались за руки. Я говорила ему: «Я люблю тебя». Но я еще не знала, как я его любила. Не представляла. Жили мы в пожарной части, где он служил, на втором этаже. И там еще три семьи жило, на всех одна кухня. А на первом этаже стояли машины, красные пожарные машины. Среди ночи
слышу шум. Я выглянула в окно. Он увидел меня. Закрой форточки. Я ложусь спать. На станции пожар. Я скоро буду. Самого взрыва я не видела. Только пламя. Все светилось, все небо. Жар страшный, копоть. А его все нет и нет. Все нет и нет. 7 часов утра. Телефонный звонок. Он в больнице. Все жены бежали туда. Я увидела его. Отекший весь. Опухший. Глаз почти нет. А потом была Москва. Я просила, я молила пустить к нему. Я же его нашла. И не разрешали его видеть. Но я осталась с ним до самого конца. А помнишь, я обещал тебе, что покажу столицу. Так вот она, Москва. А помнишь, я обещал тебе, что каждый день буду дарить цветы. Стой, не подходи. Что тебе приказывали врачи? Не обнимай и не целуй меня. Американский профессор, доктор Гейл, сделал ему операцию. Он утешал меня и говорил, что есть маленькая надежда. У меня в памяти встреча с человеком, лица которого я не помню. Перед вами уже не муж, не любимый человек, а радиоактивный объект с высокой плотностью заражения. Вы же не самоубийца? Возьмите себя в руки. Мой любимый человек получил 1600 рентген. Смертельная доза для человека 400. Он умер на 14-й день. Мне было 23 года. Мне принесли его орден. Он красного цвета. Это рассказ Людмилы Игнатенко, жены пожарного Василия Игнатенко, одного из тех, кто ценой своей жизни спас нашу с вами жизнь. Когда уходят близкие от нас, то очень тяжело мириться с этим. Мы с болью размышляем каждый раз о злой несправедливости на свете. Не снимут боль ни мрамор, ни гранит, и никакие в мире обелиски. Так пусть навечно память сохранит нам образы ушедших наших близких. Только за последний год ушли из жизни Владимир Черныш, офицер пожарной охраны, был дозиметристом на станции. Вячеслав Воронин, командир отделения на рукавном ходу и насосной станции, откачивал воду из-под реактора. Владимир Лешкевич, в то время 25-летний лейтенант, обеспечивал охрану правопорядка в Припяти и эвакуировал население из 30-километровой зоны. Умер 85-м из 300 пожарных сводного отряда, но для своих родных и коллег они навсегда останутся любимыми и родными, отцами и друзьями. Все время думаю, а что если смерть – это не конец? Нет, мой сынок живой. Он просто живет в другом мире. Только где? Где этот мир? Близко или далеко от меня? Ах, мой сынок, на какой из чужих дорог стынет сердце твое на снегу, я молитвой тебе помогу. Ах, неспроста так уныло сияет звезда над далекой чужой стороной, над
над твоей и моей судьбой. Мне бы быть звездой, той, что над тобой, видеть, что ты рядом и что живой. Радоваться вместе рождению дня, хрупкую надежду в душе храня. Если снова бой, вся моя любовь устремится первой, теряя кровь, заслонив от боли и от беды, от смертельных ран после той войны. Ах, мой родной, среди твой суеты городской, непрекаянно еле дыша, заплутала моя душа. Неспроста так упрямо твердят уста, все пройдет весенней порой, ты вернешься, мой муж, мой герой. Опустившись на колени, с молитвой в сердце к небесам кричу, чтоб помнили о вашем подвиге и будущие поколения, зажжем поминальную свечу. Запалені поминальні свічки восковими слізьми горять щороку 26 квітня біля пам'ятного знаку пожежним, які врятували світ. Щоб закликати усіх сьогодні живих, там, де сподіваються і вірять, пам'ятають і бережуть, вірячи в себе свої сили, в людство, людяність, віра ніколи більше не буде розтоптана новою бідою і новим Чорнобилем. Все залежить від нас з вами, від нашої відповідальності, від нашого бажання завжди і в усьому залишатися людиною.